Такс, потащились тащить. Это потная у нас игра. Татарин, говорит, что ли? В смысле, почему татарин? Почему это я татарин? Не понял. Шен, ой, Шен, спасибо большое, братишка. Найс, спасибо тебе. Найс, согласен. Не, найс, круто, еще бы выиграть. Будет вообще супер пушка. Спасибо огромнейшее тебе, Шен. Не, ну здесь надо по сейфу ее как бы. Кимордекайзер это агрессивный перс. В Йорле. По крайней мере до таунта, до всего остального. Очень сложно с ним играть. Так. А грасс же переводится как хватка, верно? Что-то там про хватку сказал. Хватка за... Как там? Смертельная хватка. Оторвалась пятка. Страшно, врубай. Так. Да лол. А я не могу это выформить никак. Слушай, ну мы его дуэлим на самом деле. Вот сейчас конкретно я прям вижу. Я прям вижу, что мы можем его задуэлить на самом деле. На его просто зарезал. Видали, как я его саблей? Как батя ремнем хлыщет. Когда получил двойку, батя пришел ремнем. Я так, на, тройной. Такой же эффект, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я успел, конечно, но почти. Блин, анлаки, как бы... Ай, Габелла. Чисто лысая Габелла. Капец. Ай, лысая Габелла. Баланс степс. Не, реально, пацан, видали, полез со мной драться, его как батя просто ремнем в него. Ты куда лезешь? Он, кстати, 0-2, он килл-то не залутал, он опять на базу ушел. 0-2, ну вот и все, и сиди там. Так. У нас скоро ульта появится, будем летать по карте. Так. Леща я ему просто. Дал несколько раз и все. Стоит там, выфармливается. Ну, пусть стоит, и ну, уже хорошо как бы. Уже должен быть рад, что стоит. Так, плохо, когда не стоит. Под вышку не хочу залетать. Мне б ганг не помешал, на самом деле. Нифига себе, он выформился. Ты чё это? Дядь, ты чё это? У меня дядя разошелся, пацаны. Посмотрите, сколько он выформил. 5-й левел взял. Это я должен выигрывать, а не он. Почему выигрывает он, а не я, да? Не, рили. Мне 1-1, я выиграл линию, все четко. Подкрученное. А я когда поеду в Египет, пацаны, а? Да. Все, минус вард, походу. Чича варду. Нормально. Но мы сейчас берем 6-й, по идее, вот с этого пака. Мы должны брать 6-й. Это инфа сотка.
Окей. Ага. Да, мы должны брать шестой. Да, ну нужен... Да ладно. Вроде я протащил сквозь него. Все, шестой есть. Сейчас, по крайней мере, уже не так страшно стоять будет. Так-то, да? Вроде на меде там. Нормально, нормально, нормально. Все, живо. Нормалды. Так, мне нужно спирит, ребят. Мне нужно... Ой, спирит, как его? Титаническую. Да? Иначе опять будут проблемы с этим пушем. Как в тот раз. Помните? Мы катали. Там фарма не было, нифига ничего не было. Фиг запушишь. Фиг куда улетишь. А, ну сбалансировано, конечно. Но это баланс, базара ноль. Это, пацаны, называется баланс. Балансировано. Сбалансированная катка. Так, 350 у нас есть, да? Ну ладно, погнали так. Это называется балансировка. Так, ТПХ у меня имеется, да? Могу полететь, окей. Могу лететь, если что. Вопрос, куда? Почему не Вицент? Вицент тоже соберем, но попозже. Нужен сначала кусок спирита. Но хотя бы вот эта вот штука, она блокирует паука. Она хороша против его вот этого вот паука с кухона. Я так понимаю, не мог, наверное, подсейвить. Она как бы, видишь, она как бы спирит, он... Нам даже фулл спирит не нужен. Да, ё-моё. Булдыга полная. Нам просто нужно паук с кухона убрать. А эта штука очень хорошо против паука работает. Наш хил увеличивает. Нас он раз продамажил. Как бы, да? Бывает чё. Мы отошли. Раз-раз. И у нас, видишь, типа, увеличивается исцеление базовое. Мы можем хилиться без поток. Хопа-хопа, видишь, подспало немного. Но все равно, то есть мы комфортно себя чувствуем. Вообще, untradable. Так, чисто untradable, парень. Блин. Как бы еще в такой игре хочется, чтобы у тебя файты были, да, какие-то выгодные на боте, чтобы ты мог там летать, что-то получать, профит. А у нас нифига нету, понимаешь? Еще и умудрились ее забрать, чисто с паука. Что там файт как такового не было. Сейчас попробую таунтом по ним пройтись. Надо было пораньше на кидать. О май гад, я провтыкал момент. Здесь надо было лететь, конечно. Он тупо юзалесный. Хотя, может, нет. Может и нет. Да. Мне надо было на бот, когда дайвили варуса лететь. Мы бы сейчас там минус 3, наверное, сделали. Так. Гона бэк. Тур-ты-тур-ты-тур-ты-тур-ты.
Тиамат нужен, Тиамат. Видишь, мы постоянно под давлением находимся. Нас давят. Там не выйдешь из-под вышки, из-под этой. Постоянно давит, 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 давит. И что ты сделаешь? Фиг ты что сделаешь? Толком даже не успеваешь полететь. Говорит, год объем 666 лайков. Погнали, чё. Раз такая игра. Можно и 666. Так. 3-0-2, 1-0-2. Все линии фидят. Плохо. Да как так? А как я могу его физически залосхитить? Всего убивает с пол хп, лол. На, лежать. Нормально. Так у меня ульты ничего нету. У нее ТП нету, кстати. Ребята, у нее нет ТП. Не знаю, сколько это реализуемо, но хотя у него 16 секунд до респа. Там лысый бегает. Блин, аллаки, я бы, конечно, забрал эту пластину, там лысый бегает. Лысый сейчас зайдет, меня пнет и все. Пластина, конечно, хорошая. Но рискованная, рискованная пластина. Базара 0, супер рискованная. Эмбрис, Magic, Magic Fizz. Даже на фиг его знает. Better Jungle Wins. Здесь как бы я даже не знаю, стоит ли мне здесь упарываться в эту тему. Или мне пойти в Vicent уже. Так, погоди, а Vicent что нам? Давай Vicent, да. Нужен Vicent. Нужен дэмэдж. По идее мы выходим Vicent, собираем себе спирит до конца, maybe bot в армор. Титан собираем, и потом уже будем смотреть. У нас будет уже Титан, Спирит, Децент, то есть у нас хороший хил. Все есть, да? Что он дамажит, лол? Чел! Чел! У меня миллиард имреза, алло! Что за дэмэдж? Мне миллиард имреза, здорово. Не понимаю. Не понимаю прикола. Сколько у меня имреза? 100. No не понимаю, есть ли смысл куда-то лететь? Я не могу ничего никак их засейвить. Они какую-то дичь творят. Юзали сгорят сена. Капец. Как вас засейвить, молодые? Как вас закерить? Ни одного ганга на топ, по сути. Окей. Как вас закерить? Я выигрываю нереальный матчап. Просто матчап, который невозможно выиграть. Так, что делать? Давай думать. Надо на бэк. ХП мало. Кушать нельзя, там лысый будет. Лысый может как бы и все, и конец нам будет. Поэтому лучше на бэк. Так спид возьму. Да не, попробую. Так жестко сливают, это капец. Адаптивный шлем лучше вроде бы в данной катке. Здесь бы и то собрать. На самом деле. Адаптивка, да, но смотри, спирит чем хорош? Спирит даст хил, увеличенный от Vicenda, понимаешь? То есть первым слотом, наверное, ну, как бы адаптивка, да, будет поинтереснее смотреться.
Но Вицент здесь тоже такая штука, понимаешь? Не лыком сшита. Как вот по такой линии идти, да? Она запущенная, я не могу продолжать. С другой стороны, он меня, мне кажется, в all-in, он меня разнесет, у него два слота. Как мы можем выиграть all-in против него? Я там с вышкой под игнайтом кое-как его дуэлю. Ага, окей, он полетел. Здорово, здравствуйте. Дабл килл. Блин, ну я здесь был беспомощен. Ничего не было. Лол, они все вчетвером отлетели. Жесть. Не, ну ладно, хотя бы один отлетел. Ну двое, ну блин, вчетвером. У меня ульта, видишь, КД. На, булдыга. Против Исурона у нас вообще ничего нету. Ноль армора. Так-то. Даже не знаю, какие-нибудь бы ботинки взять. Хоть что-то было бы. С другой стороны бы... Не знаю, много ли у них автоатак. Пошел, пошел, пошел. Не. Хиллинг спри, нормально. Ну не очень хорошо, я таунтом промахнулся. С другой стороны, нам нужно по большому счету вот против этого дяди собраться, чтобы мы могли сплитить. Потому что если он начнет сплитить, а мы не сможем контрсплитить, нам ГГ. Это 100%. Поэтому адаптивка титаническая, это must have. Где взять остальные статы, я вообще не знаю. Ну чё, дядь, попутал, что ли? Я у них убил 4-0-4 Мальзахара. Найс. Адаптивка титаническая нужна. Нормально. Так, они вроде все там, да? Чё нам надо? Блин, фиговая, конечно, игра. Адаптивка нужна. Enemy is godlike. Да что ты делаешь, Вася? Какой там керрибл гейминг. Да. Еще и крипы, видишь, нам фидят. Крипы мясуются. Блин, я очень хочу титаническую, ребят. Очень-очень. Нужна сначала титаническая, я прям чувствую. Чем адаптивка. Первые адаптивки. Legendary 900, да, 200 нужно. Какой нет? Фух, лысый Legendary. Лысый легенда, шо? Там надо 975. Надо вот этот пак забрать тогда. Да? Так вот делаем красиво. Gonna back. Ага, вышка. Ну, здесь надо уже идти к ним. Да мне и титан нужно сначала взять. У меня ни дэмэжа нет, ни пуши без титанической. Все, ульта появилась. Здорово. Что делать против лысого, ребят? Лысый очень много дамажит. Да это вот я шотнул бы. Thank you.
Нет, я не додал одну автоатаку. О май гад, я одну автоатаку не додал. Я еще, ну, станом блайнд, конечно, опасно. Надо было, наверное, выходить, чекать его. Да, я зря. Мне надо было вот тут вот выходить, чекать и таунта в него залетать. Хотя я не знаю, у него будет ульта или нет. Серию потерял, да? Много потерял? Или нет, или не серию? Не, вроде не серию. Да капец. А что за прикол? Ну это прикол уже какой-то. Приколюха какая-то, да? Это уже приколюха. Тяжкая игра. У меня против Эза нету резистов. Водный дракон морской. Морской дракон, это, конечно, весело. Ну, наверное, можно и фефить, на самом деле. Типа, чуваки на тилте. Нету ни одной без подвижки на камбэк. Как бы мне соло на танке очень тяжело закерить. Понимаешь, еще и местами ошибки идут. Такое. Если бы хотя бы пацаны потели, верили в победу, ну окей. Но когда они сами не верят, я не знаю, как их закерить на танке. Это Unreal какой-то. Здорово. Ну хотя бы так, чё. Фигня тоже получается, ну да ладно. Армор, по идее, тоже нужен, видишь как. Армор. Ну да, армор. Армор нужен. Ай. Видишь как, мэджик урона все-таки больше. Да, печалька. Но это финиш. Барон, душа. Туда все подлетали. Одного я забрал, правда. Я хотел щит дать. Крикнуть за себя и за Сашку, типа. Щит забабахать. Ну да ладно, окей. Тоже ГГ. GG. Вика сказали, друзья, говорит, видишь морду, берешь, убегаешь. Не, ну здесь, типа, видишь, здесь суммарно у них тут. Даже не в морде проблема. Здесь просто пацаны свои линии проиграли, типа. Такое. 1 из 9 парень играет. Ну, если ты, конечно, 1 из 9 скатаешь. Ну, что, ГГ. Молодец, 1 из 9 закерил. Сами по себе слабые были игроки. Вот если бы они хотя бы свои линии не проиграли, можно было бы что-то сделать, понимаешь? Ну, когда так отыгрывают, ну, это несерьезно, да. Конечно, капец, там морду заснуболили. Это капец просто.